красиво все. Слушай, столько места много. Тут там дороги не видно будет. Я пойду сейчас сяду. Сколько? Я тут присяду. Ну да. Это навигатор такой большой. Да. Это Мерседес Ру какой красивый. А что там пикает? Саша, ты что включил? Плохо закрыл. Такая витрина здесь. Кухня. Ну да, он такой тут. Не очень большой. Газовая. Что тут? Шкаф какой-то и все закрывается. А это что? О, тут душ и туалет, слушай. Тут же сразу душ. Так все компактно. Не я. Рецепт мне больше понравился. Вот такой 3,5, да? Это 3,5, да, скорее всего? 3,5. Ну, тут кровати так себе разделенные. Но тут вытягивается, да? Вытягивается. Тут ступеньки. И тут еще матрасик, матрасик ложится. Лимон надо? Торки. Полочки такие. Так, а тут для телевизора. Телевизора нет, для телевизора. А тут что? Ну, это, а тут... Это... А, туалет и душ, туалет, да. Угу. Ну. Так, это который первый мы снимали. Так, этот. Ого, он дороже. 214 тысяч. Ну, здесь. Вот. Еще такой гаражик для велосипедов. Что там лежит? Еще какой-то. Сейчас зайдем, посмотрим. Это для деток. Похоже, тоже много места. Водители, ну, впереди. Так, тут тоже кровать опускается еще. Витрина. И вот такой уголочек. Материал такой хороший.
кухня. С подсветкой. Газовая. Шкаф, наверное. Шкаф. Это, не знаю, микровелли или печка. Нет, наверное, скорее всего, печка. Да. Это холодильник. Не знаю, как он открывается. Саша, как он открывается? Саша, холодильник как открывается? Не могу открыть. Так, все. А я отсюда брала. Здесь что тогда? А? А здесь что? Морозилка. Морозилка? Морозилка, да. Даже есть. Ну-ка, открой морозилку. А вот морозилка какая. Уместительная, да? Более-менее. Mm-hmm. Так, и тут кровать. Раздельные кровати. А тут не соединишь уже, да? Такие раздельные кровати. И здесь тоже такой туалет красивенький какой-то. А тут что, с треполочки? Ну, можно что-то положить. И такой. Это душ. Слушай, а душ тоже вместительный. Да. Ну как встань туда? А, она закрыта. Закрыто. Этот цвет такой. Ну, кошелятки. А там что? Еще один, что у него тоже гараж, тоже гараж. Это еще один из 3,5, да, тон. Ну, больше. Больше? Четыре. 4. А где написано? Есть ли написано? Где-то написано должно быть, а здесь должно быть написано. Я не вижу. А? Сейчас не вижу. Так. Ого, 191. Ну, хорошие такие цены. Я это же не вижу. Нигде не пишут. 4,5. Нет. Не знаю. Так. Вот. Как он выглядит? Вот он сверху еще что-то. А? А, кровать. Свободненько так тоже. Такое место свободно у нас между. А где кровать, ты говоришь? Вот. Вот это кровать? Это кровать. Она опускается. Это кровать. Сверху где-то. Вот. Вот. Вот тут кровать сверху. Не знаю, где она. Не видно. Но вот с той стороны. Опускается кровать. Ой, не знаю, вот там. Такая. Берешь за это? Не знаю.
Ну, кровать есть еще. Стол. Может, еще и стол упускается, может, еще тут делается кроватка. Некоторых да, делают. Да, может, стол. Она опускается? Да, он опускается. Саша эксперт, ага. И еще и кровать. А слушай, сюда можно, да, лечь? Да. Угу. Ну, так кроватка будет. Еще можно спать здесь. Ну, 4-5 человек, наверное. Так, кухня. Ну, тут вот тоже газовая только. Кухни какие-то стандартные, да? Духовка. Одна. Духовка такая. Перемикровали. Хорошая духовка. Да, это духовка. Да, духовка. Маленькая. Ну, гороха хорошая. Почему она хорошая? Ну. Вот тоже климат. Ты не знаешь, хорошая она или нет. Это холодильник тоже да. Такой же, да? Да, всех такой же одинаково. Самый. У них стандарт. И цвет. Тоже кровать. Да. Вот такая кровать. Ну тут соединяется, тут матрас ложится, это выдвигается, да, вот это выдвигается, не знаю вот. Как. Это вот так вот берется, вот так вот. А, вот. Открывается, и тут ну, не надо. Вытягивается. Вытягивается, и матрасик ложится, и получается такая кровать, Саш, не ломай. Это поднимет? А. Ой. Ну, здесь тоже так же льется все. Ну, уже душ разумен. Но все равно все сюда льется, не закрывается. Но тут просторнее, чем там, да? Там окошечко. Вот такой прицеп длинный. Конечно, такую махину вести это очень сложно. Но там так красиво, мне понравилось. Домик. Кухня такая шикарная. Тут газ и индикационная печка. Здесь. Ой, так как это маленькая печка и большая. Большая. Странная какая-то, непонятно, что это такое. Да. А тут микровали. Ненужное такое. Кровать. И тут проход. Вообще тут такой бери и живи. Шкаф. Как будто детская. Тут на душ. Туалет такой маленький, аккуратненький. Тут окно. А
А это? Оно больше же, да? Да, это больше. Это больше, это, наверное, 7, да? Да нет. Или сколько? 5. 5 человек. Ну как 5? И этот 5? Так ну, он 4, смотрится 4, больше. 4, 8. 4 и 8. Этот выдвигается. Что? Ну, эти стержни выдвигаются. А, как у этого, да? Да, стержни выдвигаются. Там подпорка такая, да? Спереди видно. Мага. Сейчас посмотрим. А есть у него тут гараж, конечно. Ну такой тоже, да? Угу. Так, наверное, велики сюда не ставят. Да. Или мотоцикл, да? Ой, тут, смотри, тепихи, коврики. Ой. Мельница нравится тоже. Ну, конечно, он большой, 5, да? 5,5? Да. Да, сверху кровать. Столик такой небольшой. Не трогай, Саша, ты сломаешь. Ну тоже опускается, а, тоже да. Еще дополнительно можно спать, Саш. Как-то рычажок надо. Не трогай. Он тоже опускается. Угу. Еще кровать называется. Да. Ну, матрасики ложатся и кровать получается. Кухонка красивая, смотри. Уютненько со всеми ковриками. Какие-то бабки лежат. Апотека, аптечный шкафчик. Смотри, красивая, да, кухня, да, такая без углов. Как ее показать? Очень красиво смотрится. И сверху. Много места, слушай, там много места, да? Вон, ой-ой, там можно положить. Много что, половина, да? Очень такой емкий. Вот это красиво, да? Удобно такое вот полочки, что крючочек какой-то. Вешать получается. Подсветка везде. А тут что? Шкафчик, да? Угу, это шкаф. Шкаф. Да, можно что-то повесить. Ну, холодильники у них стандартные, да? Да. Вот там, не знаю, что. Это? Да, печка. Духовка маленькая такая. Угу. И... Ну, это. Ну, это самое главное такое хорошее. Тоже емкая, с двух сторон открывается. Ну. Морозилка, это холодильник. Еще снизу шкафчик, да? Да. Тоже. С этой стороны. Это полочки еще. Да, тут. Слушай, я высоко стою.
закрыла и... Тут душ такой с подсветкой. Душ, слушай, такой большой, да? Да. Снять. Да. Удобно. Здесь туалет. О, этот туалет уже побрынулся. Обжигается. Туалет покажу вам. Да. Ванную комнату. Как, да? А туалет здесь такой здесь мощный. Поднимается это. Там сжигается. А. Все содержимое сжигается. Вот сейчас новое такое новшество. Не надо заморачиваться. Оно биологически. Как-то там, как-то там происходит. Все, сушилка. А, сушилка? Да. Ну, тут шкафчик, шкаф, ну да. Шкаф. Ну, так сушить, если там мокрое что-то. Ну, это рассчитано на какой-то это. Он теплый, да? Да. Для холодных минус 50, зим. Минус 50, да, для вот для это. Сибири. Ну, это Шотландия, да? Или? Швеция. Швеция, Швеция. Ага. Ну, кровать. Это шведы выпускают. Вот эти они как бы изначально уже там не так тепло тоже. Тут тумбочки какие-то. Ну, кровать, слушай, такая хорошая, да? Не знаю, маленькая. Что-то смотрится маленькая какая-то. Она такая на пьедестале. Там тоже тумбочки. Тут и тумбочка. Это все находится выше. Такая ступенька. Что там нашла? Как на пьедестале. Не знаю, удобно, не удобно. Сто 41 тысяча. Такой один темненький. Да? Темненький сверху. А, это маркиза, да? Находясь. Все такое миниатюрное. Поспать можно. Ну так. На всю ширину. Какая ширина тут? Полочка. А тут что? Это что, холодильник такой маленький? Это холодильник маленький. Вот. Морозилки нету. Как открывается? Ты хочешь открыть, не откроешь. А? Морозилик и морозилка. Морозилка тоже есть. Что-то заморозит. Это все такое миниатюрное, это вообще. Вот, это еще такой большой. Это Морелла. То есть Германии выпускает такой большой. Сейчас зайдем туда посмотрим. Да?
Ну, заходи, Саша. Правда, большую. Заходи. Какой ты маленький. Это такая махина большая. Тут и ступеньки такие. Саша, дай мне руку. Темно здесь, да? Темно здесь. Не очень. Здесь подсветки там. Свет не включили, не знаем, где включаются. Такие сиденья. Шикарное такое. Это нас пригласили посмотреть вот такие домики на колесах. Ну, мы решили посмотреть. Интересно все-таки. Какой-то двойной, Саш, да? Угу. Стол. Он, наверное, или собирается, или разбирается. Это вытягивается. А, да. Он. Ясно, ясно. Для чего там видно, что вставляется вот эта серединка. Да. И стол будет такой большой. Ну. Вот здесь. Кухня. Тут у них такое везде эти кофейная машина. Вот. Тоже, ну, все. Это такой красивый квадратненький. Вообще. Как мрамор. Двигается. А это что? Тоже что вешается? Да, это. А, ой. А там что такое? А нет, это стекло. Я думала, там еще что-то. Это отсвечивает он. Газовая. Так открывается. Ну. Ну, тут что-то. О, я думала, там что-то есть. Вот это почему закрыли? Тут вытяжка. А? Вот это что? Это что, как ее открывать? Ой, какой аптечный шкафчик. Вот. Очень-очень удобный. У меня дома тоже есть. Очень удобная такая вещь, хорошая. Ну, может, тут разделяется. Все за на кнопочке закрывается, чтобы не открывать. Ой, а тут вообще простор, Саш. Угу. Так, а тут что? Холодильник, морозилка. Это духовка. Духовка. Тут тоже аптечный шланг. Шкафчик, да? Ой, да. Это с той стороны. Вешалка. Ах, как сру. Как удобно, слушай. Вешалка. Верхняя одежда. И закрывается. И снизу там тоже что-то для бутылок. Угу. Ну, тут для бутылок, да. Можно что ставить для варенья, не обязательно для бутылок. Я бы варенье поставила, какие-то соленья. Тут вообще простор такой, такая большая комната. Ну вот она состоит из вот такой этот, как, это такой душ большой. Большой довольно-таки душ. Не знаю, может, темно будет.
с фонариком светил. И тут, слушай, так аккуратненько. Ну-ка, эти закрываются? Так, туалет тут. Да. Все так закрывается. И сиди себе. Да, снизу еще как-то, наверное, нет. Вот это открывается как. А, вот. Ты прям знаешь, ты как будто здесь жил. Цветки там такие. Так, тут что? Тут шкафы. Штемпт. Шкаф. Шкаф. Такие разделенные полочки. Ну, там тоже, наверное, да? Да, тут шкаф. Ну, много места. Ну, достаточно. Ну, там сейф. О, даже сейф есть. Вау! Так, и тут такое зеркало большое. Еще не шкаф. М? Еще не шкаф. Ага, тут еще шкаф, да? Достаточно много места. И вот такая раковина. И тут еще всякие закрыла, что ли? Они все открыты, кстати говоря. Так, и кровать. Такая кровать, она повыше. Что там еще нашел? Ну, тоже такое удобное, нужное, да, полочка. И вот кровать такая. Ну, уютненькая. Тут выдвигается тут монитор. Да, монитор, правильно? Да. Вот. Тут полочки такие закрытые. Окно. Ну да, такой большой, такой бусик, автобус. Ну и тут можно вольготно себе ходить. Очень много места, да? Угу. Сравнить с теми. Ну, по сути, не обязательно тут так много ходить, mm-hmm. чтобы так могли бы как-то немножко нерационально использоваться. Mm-hmm. Да, для чего? Это же все-таки не квартира. Mm-hmm. Поэтому можно что-то... Короче, я уже критикую. Да, по сравнению с ним, тем удобнее. Но есть, да, очень такие более... Каждую это... свободное место используют. Ну вот, все. Сейчас такие ступеньки довольно-таки. Ну, он высокий. Саш, ты такой маленький. А это прицеп. Слушай, он тоже небольшой. Этот прицеп стоит 44. Вот так. И сразу такое. Места много. Такая тоже красивая, мне нравится. Так, там темно, там темно, там кровать, хорошая кровать. Не знаю, где здесь свет включается, темновато здесь. Ну вот видно кровать.
И детские две. Для детей. Ну, не только для детей, наверное. Взрослый тоже может. Ну, для семьи здесь. Так, а здесь а что? Ах, вот оно что. Тут. Значит, у нас ванная. Ванная комната, или как по-русски? Душевая, да? А где душ, кстати говоря? Туалет и душ. Вот. А где душ? Вот. А, здесь такой душ. Ага, вытаскивается. И тут, да, все. Так, туалет. Вот. И вот слив там. Так, все тут сделано. Слушай, это все будет мокрое, что ли? Как-то не очень. Мне это нравится. Темно, все темно, ну место есть. И тут холодильник, там что-то шкаф. Тоже, да? Шкаф. А здесь а что? Шкаф еще один. Ну здесь можно повесить витрина, что? Тут о, тут, а зачем еще? Тут еще шкаф. Угу. Есть так интересно тоже всякие. Вот уголочек такой. Не очень понравился. Уютно там так сидеть. Если учитывать, что здесь вот монитор. Можно сидеть, смотреть фильмы. А если стол еще опускается, ну, скорее всего, опускается. И это так получается, такая большая кровать. Сразу здесь кухонка. Тоже таких светлых тонов очень красиво смотрится.